Идя в ногу со временем, мы стараемся показывать вам новинки, которые появляются на рынках нашей страны, оружейных рынках, разумеется. Но при этом, слава богу, мы не забываем о тех брендах, которые, ну, знают практически, наверное, все. Речь сегодня пойдет о торговой марке Браунинг, точнее, о карабине для индивидуальной охоты вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». Мисливский партнер проекту – мережа магазинов «Ибис». Ну, конечно же, как не нужно и не стоит слишком анонсировать, какой замечательный бренд «Браунинг», так, я думаю, не стоит снова вас знакомить с нашим военным экспертом, военным по оружию экспертом Тарасом. Тарас, первое, что я хотел тебя спросить по этому карабину, здесь написано «Made in Japan». Да. Вот это первый вопрос, да, то есть «Браунинг», я вот так вот разверну немножечко, да? При этом всемирная, там дальше написано, что там всемирная, по-моему, сеть, Бельгия, ну и почему-то Made in Japan. Ну, расскажи мне, как пожалуйста. Вы понимаете, в современном мире пути производства могут быть разные, поэтому в данном случае линейка Browning X-Bolt, а именно так называется линейка этих винтовок и карабинов, она производится в Японии. Производится для торговой марки Browning, Made for Browning International. Соответственно, о фамилии Браунинг, о Джоне Браунинге, наверное, действительно долго распространяться не стоит. Это человек-легенда, это конструктор с большой буквы, который за свою жизнь, в отличие от многих других известных конструкторов, создавших только одну систему, этот человек приложил свою руку к, ну, наверное, всем видам стрелкового оружия. Начиная от пистолета 1911, продолжая дробовиками, то есть ружьями гладкоствольными, как традиционными двустволками, так и первым полуавтоматом Браунинг Ауто 5. И заканчивая, естественно, нарезным оружием, в том числе винтовками, винтовками с продольно скользящим затвором, таким как это, винтовками со скобой Генри, и заканчивая также крупнокалиберными пулеметами. Общеизвестный Браунинг под калибр 50 BMG. Нет, я думаю, пулемет мы рассматривать не будем. Да, для охоты он бесполезен. Я надеюсь, с вашего позволения уберу обувь с брендом таким замечательным. Да. Мы обратимся к этому карабину. Я хочу сразу сказать, что линейка Браунинг X-Bolt насчитывает несколько десятков всевозможных моделей. Даже не углубляясь в калибры, то есть это просто разновидности. А в каждой из них есть еще, соответственно, она в разных калибрах. Оружие может быть, винтовка. Этот карабин в калибре 308 Винчестер. И он предназначен для... Ну, почему я говорю, что он больше предназначен для индивидуальной, либо ходовой охоты? Потому что он очень легкий. Этот карабин весит меньше 3 килограмм. Ну, действительно, вот в таком вот виде. Он очень легкий, и его... Вы не будете его чувствовать за плечами, даже если вы будете целый день ходить по лесу, по каким-то горам, по рельефу, да, он не оттянет ничего. Это очень важно, потому что достаточно много человек, достаточно много охотников, которых я знаю, всегда просят, подскажите, что взять полегче. Полегче, потому что целый день на охоте, это, конечно, отдых с одной стороны, с другой стороны, если сзади висит винтовка весом 5-6 килограмм с оптикой, да, и с необходимым боекомплектом, начинает утомлять. Подскажите что-нибудь полегче. И вот это один из вариантов. Охота вообще, это я скажу, утомляет на самом деле. Да. Пускай это... его называют отдыхом, но потом отдыхаешь от отдыха. Это один из вариантов действительно легкого оружия для охот, когда вам необходимо не тащить с собой много лишнего веса. Его особенности. Значит, продольно скользящий затвор. При этом затвор с тремя боевыми упорами. Что этим достигается? Достигается легкость перезарядки оружия. То есть в случае, когда на затворе два боевых упора, рукоятку затвора при перезарядке приходится поворачивать на угол почти 90 градусов. В данном случае их три, и она поднимается на 60 градусов. Этим упрощается работа с затвором при перезарядке оружия, при быстрой перезарядке. В охотничьих ситуациях это очень важно. Вот. Во-вторых, здесь предусмотрено достаточно много интересных фишек по безопасной работе с этим оружием. Начиная от предохранителя и заканчивая, он достаточно удобно расположен, надо здесь искать возле спусковой скобы его, да, он сверху. И заканчивая вот таким интересным решением, как специальная кнопка, которая позволяет при оружии, установленном на предохранитель, затвор вынуть. То есть разрядить оружие, не снимая его с предохранителя. В случае, когда вы
переживаете за это, это можно сделать. В других системах такой возможности нет. Также здесь виден, вот он красненький, индикатор взведения. Если я сниму с боевого взвода, то, соответственно, видно, что оружие разряжено и к выстрелу не готово. И кнопка изъятия затвора. Здесь у нас сбоку. Достаточно просто. Затвор изъять. Я сюда, на самом деле, мне все абсолютно просто. Очень просто, очень удобно и очень надежно. Оружие для того, чтобы служить в самых разных условиях надежно и долго, выполнено из нержавеющей стали. Ствол из нержавейки, ресивер из нержавейки. На стволе установлены в данной версии установлены механические прицельные приспособления. Есть люди, которые охотятся, ну, скажем так, в лесополосах, где дистанция выстрела, ну, редко составляет больше 100 метров. Угу. Для этих случаев далеко не всегда нужен оптический прицел, который добавляет громоздкости, либо коллиматорный прицел, как на загонных охотах, да, по быстродвижущейся цели. Для многих охотников достаточно классической механики. Ну хорошо, это если мы берем лесополосу. А если все-таки, ну как ни крути, это карабин, он в состоянии стрелять и на дальние дистанции, да? Да? Пикатинни здесь планки нету. Здесь предусмотрена достаточно интересная система крепления базы для оптики. В большинстве винтовок с продольно скользящим затвором винтиков для крепления передней и задней базы, здесь в комплекте идут всего два. Здесь их четыре. Для того, чтобы каждая база, даже под действием достаточно тяжелого оптического прицела, максимально надежно удерживалась на ствольной коробке. Не расшатывалась, никуда не сползала и так далее. Базы также поставляются в комплекте. Если мы будем ставить оптику, то я покажу, как это делать, по моему мнению, правильно. На самом деле, ты знаешь, я, честно говоря, удивлен, потому что, ну, это, грубо говоря, как в гладких стволах, да, чоки, мультичоки съемные, да, то есть ты можешь подготовиться к такой охоте, либо к такой охоте, хочешь дальние дистанции, сказать, хочешь ближние, да. Что вот эти базы, они достаточно низкие, и они даже при установленных базах, они не будут мешать, это, наверное, задние, они не будут мешать охотнику видеть прицельное приспособление. То есть, если снимаешь оптику, ты пользуешься механикой. То все равно это у нас выше находится, чем эти планки. Да, именно так. А второй момент положительный, это то, что оптику можно посадить максимально близко к оси ствола. Это позволяет не задумываться о превышениях, понижениях на близких дистанциях, когда нужно стрелять. Потому что иногда, когда люди стреляют из-за какого-то препятствия, из-за там баррикады какой-то или из-за даже ствола дерева, они видят в оптику цель и считают, что ствол ее тоже видит. А может оказаться, что это не так. Вот. Еще к особенностям этого оружия относится отъемный магазин. Причем магазин, ну, скажем так, барабанного типа. Во-первых, он с центральной подачей. То есть патроны подаются по центральной линии. Это всегда значительно надежнее, чем магазин, у которого подача производится попеременно с двух сторон, как в более дешевых винтовках. Второй момент, сюда входит при вот таких вот очень компактных габаритах, сюда входит 4 патрона калибра 308 Винчестер. В других калибрах емкость, соответственно, отличается, но 4 патрона в магазине и 5 в патроннике более чем достаточная емкость для индивидуальной охоты, для ходовой охоты и для карабина с ручным перезаряжением. Ложа выполнена из полимера, при этом она покрыта таким достаточно мягким, немножко резиноподобным покрытием, которое как будто чуть так прилипает немножко. Да, оно позволит надежно удерживать оружие в случае, если намокнет. Это все дело. Я один раз охотился под дождем, под проливным буквально, простоял на вышке 3 часа. Ощущения были своеобразные, но надо сказать, что вот такие ложи, они чувствуются в руках значительно лучше, чем просто пластик, у которого нет соответствующих покрытий, либо лакированное дерево. Ну, дерево вообще жалко под дождем, да? Конечно. А с этим карабином никаких, ничего плохого не произойдет, потому что, во-первых, здесь нечем ржаветь, он сделан из нержавейки. Во-вторых, соответственно, ложа, сделанная из пластика с покрытием, она никак не пострадает ни от влаги, ни от грязи. И не поведет его никуда, нет. Да. Скажи мне, у меня сразу вопрос. Вот рекомендованные патроны к ним какие? Ну, я имею в виду бренд, конечно. По-хорошему, для этого карабина подходят все патроны 308 калибра. Но, разумеется, у каждого охотника свои предпочтения. То есть разные конструкции пуль,
разные типы патронов для разных видов охоты, назовем это так. И поэтому давать какую-то конкретную рекомендацию я, наверное, затруднюсь. Я предпочитаю, вот у нас здесь представлены достаточно доступные патроны Selle и Bellet с такой необычной пулькой. Soft Point Cutting Edge называется. Господи, вот одного только названия выглядит достаточно. Да. Вот у него тут такой поясок есть, который позволяет делать красивое отверстие. Например, прорубаться сквозь шерсть, либо сквозь кусты. По задумке создателей. Есть также патроны у нас торговой марки Black Hills. Ну вот, например, с пулей AMAX. Если не ошибаюсь, мы недавно тестировали вот таким баллистическим колпачком, который, помогает пуле раскрываться при попадании в цель. И, разумеется, для тренировок и для стрельбы, когда не требуется большой останавливающий эффект, патроны полнооболочечные, меска Hotshot Elite с пулей FMJ, то есть цельнооболочечные. Вот это все патроны на разный кошелек для разных типов стрельбы, и владельцу карабина предстоит подобрать наиболее устраивающий его самостоятельно. Ну, опять-таки, надо смотреть сначала на короткие дистанции, либо на длинные дистанции. Ну, да, плюс зависит от типа дичи. Некоторая дичь на рану слаба, ей достаточно и полной оболочки, а если, допустим, на кабанчика, то, естественно, нужно брать пулю, которая хорошо раскроется и передаст всю энергию выстрела цели. Страшное слово такое, экспансируется. Да, да. Вот такая винтовочка, такой карабинчик. Я думаю, что будет не безинтересно всем узнать, как он стреляет, как он себя ведет. Мне также будет не безинтересно узнать, какие ощущения от стрельбы из этого карабина, потому что при его легкости патрон 308 калибра — это уже полноценный винтовочный патрон, ну, по большому счету. И, соответственно, отдача и прочие ощущения могут быть довольно-таки интересно. Вот на этом мы посмотрим уже на стрелковом рубеже. Мисливский партнер проекту – мережа магазинов «Ибис». Прежде чем мы перейдем к установке оптики, еще пару слов об особенностях этого карабина. Во-первых, давайте проверим вот какой момент. Все стрелки наверняка знают, что для того, чтобы карабин давал хорошую кучность, у него должен быть вывешенный ствол. И вот данным тестом, протягивая купюру между стволом и ложей, мы с вами можем убедиться, что ствол Browning Fixbolt свободно вывешен. Это важно. Второй момент. Здесь настраиваемый спуск, который при необходимости можно сделать грубее, либо немножко легче. С завода он настроен на усилие 1,2 кг. Это достаточно легкий спуск по всем стандартам. Поэтому, если вам необходимо его отрегулировать, прочитайте инструкцию и настройте его немножко тяжелее. Я не думаю, что потребуется его настраивать легче. Что касается оптики, в комплекте с самим карабином инструментов для установки баз для оптики не идет. Почему? Потому что вообще по-хорошему это нужно делать в условиях оружейной мастерской. Во-первых, нужны специальные инструменты. Например, вот такая динамометрическая отвертка, которая дозирует усилие затяжки каждого из винтов. Во-вторых, для того, чтобы это сделать правильно и не сомневаться в дальнейшем в работе системы данного карабина с вашей оптикой, это лучше поручить человеку, у которого есть опыт в этой области. Тем не менее, самостоятельно эту работу также можно выполнить. У нас на канале, на YouTube-канале IBIS есть двухсерийный ролик, в котором я рассказываю об особенностях установки оптики на нарезное оружие. И сейчас я постараюсь вкратце показать, как это делается для установки баз оптического прицела на Browning Fixbolt. Мисливский партнер проекту – мережа магазинов IBIS. Значит, для начала вам потребуется маленькая тоненькая отверточка. У меня такая нашлась только в мультитуле Laserman, с помощью которой вы вывинтите заглушки, стоящие в отверстиях для установки баз. Они вывинчиваются, и дальше их нужно сохранить и не потерять на всякий случай, на будущее, если вы вдруг передумаете и оптику решите снимать. Вот сейчас я этим процессом как раз и занимаюсь. Второй этап, который обязательно нужно произвести перед тем, как привинчивать базы, это произвести обезжиривание и очистку
отверстий для баз и винтов, которыми они будут удерживаться. Для этого я использую вот такой обезжириватель компании Shooter Choice. Вообще, конечно, это удобнее всего делать с помощью ватных палочек, но в полевых условиях можно обойтись и без них, вот таким вот образом. То есть чуть-чуть дозируем растворителя, очистителя точнее, в каждое из отверстий. Он очень быстро испаряется, особых следов не оставляет. Значит, базы для оптики нам тоже стоит протереть перед их установкой. На них может быть смазка. Протереть и обезжирить. И одну, и вторую. И перед тем, как начать их привинчивать, нужно разобраться, какая из них передняя, какая задняя. Потому что они отличаются. В данном случае, как видите, передняя часть ресивера имеет меньший радиус, задняя часть больший. Соответственно, таким образом их и располагаем. Базу, у которой выборка более глубокая, наперед. Базу более плоскую ставим сзади. Теперь еще один важный момент, который касается установки этих винтов. Для того, чтобы вы были уверены, что базы никуда не денутся и винты под действием отдачи не развинтятся, я крайне рекомендую при их завинчивании применять так называемый фиксатор резьбы. Он же Loctite, как его называют. Они бывают разные. Бывают постоянные, бывают временные. Купить их можно, ну, например, в автомастерских или в автомагазинах. Они часто используются для фиксации резьбовых соединений. Каждый винтик аккуратненько обмакнуть в фиксатор резьбы и можно потихоньку завинчивать на свое место. Я этого не делаю, потому что я планирую после нашей съемки данный карабин разбирать и, естественно, базы с него снимать. Всем же, кто будет это делать на более-менее длительный срок, я очень настоятельно рекомендую использовать временный фиксатор резьбы для посадки этих винтов. Мисливский партнер проекту – мережа магазинов «Ибис». Значит, после того, как винты вы наживили, базу, естественно, нужно натянуть, чтобы она была хорошо прилегала к ресиверу. Для этого используется динамометрическая отвертка с предустановленным усилием завинчивания. В данном случае я выставляю усилие 30 фунтов на дюйм. И постепенно X-образным способом собираюсь подтягивать каждый из винтиков по одному обороту, пока отверточка не сделает щелк и не скажет нам о том, что усилие затяжки достигло выставленного мной на ограничителе. Есть. Значит, я еще раз обращаю ваше внимание, что данную процедуру крайне желательно производить в условиях мастерской и в условиях правильного инструмента. Потому что если этим заниматься, ну, что называется, на коленке, то шлицы слизываются, винты не дотягиваются, либо перетягиваются. И, ну, куча самых разных возникает неприятных моментов, которых хотелось бы избежать. Поэтому обращайтесь в мастерскую, где вам все это сделают правильно и хорошо. Я собираюсь установить на карабин прицел компании Zeiss Conquest DL с кратностью от 2 до 8. Обратите внимание, что на нем уже установлены быстросъемные кольца компании Varna, которые выровнены по дистанциям этих баз для оптики. Надо сказать, что установка прицела в кольца, особенно в эти кольца, это еще одна совершенно отдельная история, о которой можно рассказывать долго и обстоятельно. Поэтому это мы оставляем за кадром. И еще раз говорю о необходимости того, чтобы эту операцию выполнял человек опытный и знающий. Но оптику мы устанавливаем. Фиксаторы колец затягиваем. После чего можно перемещаться на стрелковый рубеж для того, чтобы проверить, какие результаты покажет этот карабин при стрельбе с открытыми прицельными приспособлениями и при стрельбе с оптикой. Мисливский партнер проекту – мережа магазинов «Ибис». Значит, я решил для начала пострелять без оптики, для того, чтобы почувствовать, как работает этот карабин, так сказать, в минимальном варианте. Надо сразу сказать, что это будет тест не столько кучности карабина, сколько кучности самого стрелка. У меня далеко от идеального зрения,
А для точной стрельбы с открытыми прицельными приспособлениями нужно и хорошее зрение, и соответствующие навыки. Тем не менее, заряжаю 3 патрона Меска Hotshot Elite в этот маленький компактный магазинчик. И будем пробовать стрелять. Стрельбу я закончил. Надо сказать, что я ожидал значительно более жесткой отдачи вот такого легкого карабина и 308 патрона. Явно работает вот такой вот очень мягкий толстый затыльник, который смягчает отдачу. Это помогает. Очень хороший спуск. Ну, а результаты сейчас посмотрим, что у меня получилось. Ну что ж, скромность, конечно, украшает. Как я предупреждал, на самом деле. На самом деле, да нет. Не так все, на самом деле, печально. Как-то раз очень сильно расстраивается, когда у него... Ну, я считаю, что это норма, он считает, что это большой разрыв. Да, дистанция у нас 100 метров, на всякий случай. То есть, достаточно далеко. Я думаю, что карабин способен на замечательную кучность, которую мы будем проверять с оптикой. Это был второй заход. Да, это пристрелочная. Вот пристрелочная была у меня мишень, после чего я немножко подправил прицельные приспособления. И, как видно, с открытыми прицельными, в принципе, немножко потренировавшись, можно стрелять результативно на дистанции, ну, кто насколько умеет. Ну, вот видишь, вот разница в рассуждениях. Я рассуждаю по-охотничьи, да? Я знаю четко, ты здесь зверя взял. Ты рассуждаешь с точки зрения ближе к спорту, понимаешь? Что... Да, безусловно. Но, тем не менее, сейчас мы еще поставим оптический прицел и посмотрим, на что способен карабин Браунинг X-Bolt в моих руках с оптикой. Со стрелком. Мисливский партнер проекту – мережа магазинов «Ибис». Итак, оптика установлена. Приступаем к зачетной стрельбе на дистанции 100 метров с оптическим прицелом. 3 патрона, Меска, Hotshot Elite. Значит, результаты, которые я вижу в оптику, меня удовлетворили. Поэтому, прежде чем идти к мишенькам, мы сейчас сделаем отстрел еще 2 видами патронов. Это охотничьи полуоболочки Sally Bellet. Это, ну, достаточно высокоточный вариант Black Hills Ammunition 180 грамм. Результаты обещают быть интересными. Ждем паузы, чтобы сходить к мишеням и посмотреть. Мисливский партнер проекту – мережа магазинов «Ибис». Значит, я совершенно забыл, что я по этим мишеням выполнял стрельбу с открытых прицельных. Угу. Но отметки эти я помню, поэтому я их отмечу. Вот то, что у меня получилось с открытых прицельных приспособлений. Ну, понятно. Сейчас мы языки тебя сейчас обвиняют. Хотя нет, у нас же есть то же самое... Да, вот видит. Это результат 3 различными видами патронов при стрельбе из Браунинг X-Bolt с установленным оптическим прицелом, 8-кратным. И теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я так люблю ставить на любое оружие оптический прицел. Потому что с ним я действительно стреляю более-менее кучно. Вот это патроны Меска Hotshot Elite. Вот это патроны Sally Bellet с пулей SPCE. Обратите внимание на то, насколько ровные и красивые дырочки получились на мишени. Она действительно прорезает бумагу, и получается такая ровная красивая дырка. Не портит шкурку, так сказать. Да-да-да, и третья. И вот это высокоточные патроны Black Hills с пулей 180 грамм Нозлер Акубонд с баллистическим наконечником. Угу. Вот как они красиво легли. Ну, кучность, я скажу, вот это вот я уже ближе к твоим результатам, любимым. Да, почти. Во всех трех случаях, ну, здесь, наверное, чуть больше одной угловой минуты, в этих двух меньше одной угловой минуты. Ну, и на фоне вот этих вот уже, так сказать, решений, на которых ты добился того, чего хотел, да, твое мнение, твое отношение. Отлично, и итог. Отлично, замечательно. Мне понравилось все в нем. Единственное, это вот то, на что я обращал внимание при установке оптики, нужно
тщательно отнестись к установке базы на сам карабин, ну и, соответственно, монтажу прицела на базу. Во всем остальном никаких вопросов не вызывает работа карабина. Приятный выстрел, несмотря на то, что он меньше 3 кг весит. И я не чувствую дискомфорта. Я отстрелял здесь, ну, наверное, 20 патронов, да, с учетом пристрелки. Я уверен, что никаких ни синяков не будет, ни каких-то других последствий. Поэтому все, кто ищут легкий, точный, ну и, в принципе, брендовый карабин, все-таки марка Браунли, ну, рекомендую обратить на него внимание. Ну, а я, в свою очередь, хочу добавить только одно при установке. Как это называется? База, да? База. Не занимайтесь самолечением. Есть программа «Приключения рыбака и охотника».